Ребята, всем привет, сегодня будем играть в такую замечательную, прекрасную игру, как CS GO Global Offensive. Все замечтали, да? Короче, сегодня у нас будет, так сказать, мини-тест. Steam вы мой не увидите. Короче, сегодня я решил сыграть в обычном режиме пару каток с щитами. Короче, у меня такая идея появилась. Короче, в обычном режиме буду снимать с щитами, а в соревновательном на... Ну, только соревновательным не буду делать щиты, вот на паниках, может быть. Ну, чисто не часто буду. Короче, ребята, первая карта у нас доздана, начинаем. Ждем, пока будет загрузка. Ребят, кому не нравится вот эта загрузка в CS GO, подписывайтесь. Так, загрузается обратно. Короче, мы начинаем играть. Пойду, пора, пойду. Папа, папа, а можно мне видео снять? Я не буду выкладывать. Я себе скину вот этот вот. Перекину еще. 30 гигов, нифига себе. Нифига себе. Ребята, первая катка у нас начинается. Да, я уже включил запись. О, мне все мерцает, так, суп, здорово. У нас напарники нормальные, плюс эти медальки. Почти нулевый ак. Нулевый ак. Нулевый ак. Нулевый. А, они все там. Нулевый. 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 И у меня здесь с статусами. Статусами. Поэтому подписывайтесь, ссылочка в описании. Слушай, я не знаю, как ссылочки ставить. Да, я уже записываю. Да, я уже начал. Ребята, если что, я сейчас это видео снимаю где-то в час ночи вроде. И кто хочет побольше видео, все зажал, типа убрал. Я снимаю телефоны и почисто. Короче, много чего я снимаю. Без вопросиков, без ответов. Бамбу можешь сюда? Да я уже постил видео. Да. Вот. Так, ребята, мы продолжаем. Я здесь хочу быть какаши. Мало ли запись не идет. Короче, ребята, нормально. Кстати, кто хочет, подписывайтесь, пожалуйста, на один каналчик, я его оставлю да, в комментариях, кому? Поэтому, сами нет, знаете, что нет. Делать, на, подписываться, на. Кто не подписывается, тот лосок. Я себе второй куплю. Спасибо. Твой? Я видео туда еще не выложил. Извиняюсь, если ты остал... Надо было с батей поговорить. С игрой там. Где? Здесь, на миду. Ок. Оу, просто прострел, если сделать. А как я ему в шею попал, он не убил? Стоп, а как я сквозь стенку прострелил? Папа, ты потом скачай. Сверху. Это нормально. Йо-йо-йо, какая. Вот, стой. Зайди в КС. Где? Я пошел с мамой пообщаться, а вы тут проиграли все вообще. Тут был кат, который чисто выходил и давал хэты. Его ник N1. Вот это мой канал. Как мой? Бля, пиздец. Не мой, конечно. Там ухашный как так, ебать, смотри. Нет, он слышал. Моего, не, он правильно, хорошо. Наставник, как вы ютуб-канал называете, Маус? Так,
Там, там будет этот ролик с клеем. Не будь вы сами, не знаете, что делать. Посмотрите на свою игру там. Скажи, как называется канал. Смотрите на свою игру. Вот сейчас 2 секунды. Как так? Как так? Вот. Если что, не я, никто не придумал. Блин, братишка, я за тебя. У меня тоже есть YouTube канал, я там здесь подписывайся. А сколько у тебя там подписчиков? Не помню, уже где-то 20 вроде. Не помню, не помню, короче. Давно туда уже не видал, не заходил. Нифига играет в пови. А у кого кот есть? Беру свои слова назад. Он не успеет, он успеет 100% отвечаю. Говорил. Но я самоуверенность. Умник, умник. Пацаны, все, собираем еще мышку в попу и погнали. Дайте мне вапу. Давай, давай. Я вам вот что дам. Что? Мид, 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 мид. Мид зашел к нам. Спасибо. Бегу, бегу. Сейчас дьявол стреляет. У нас на пауне, алло, блядь. Коробка, Вань. Кидай гранатку. Натус у вас этот читер, ребят, видит через стены. Маус? Натус, Натус, у контрол. Что? Натус. Может быть. Начните амобуса, по-братски, пацаны. За голосование начните амобус. В натуре он читер, хихо. Амобус. Он еблан. Это хуже читера. Крыса. У меня был один друг, но я с ним уже не дружу, потому что он читер. Ребята, вы сейчас помните, что это было? Меня запалили снова, блин. Эксперимент, походу, не удался, да? Давайте сейчас пойдем в последнюю, завершающую, наверное, катку. И думаю, на этом мы закончим наш ролик, поэтому... Если мне опять придется нюк или инферно, то я просто умираю от совести. Как так, ребята? Я вот... Я сейчас просто пукну от радости. Если так можно выразиться, то реально пукну от радости. Впервые мне попалась карта Мираз. Просто пукайте, кричите, ставьте лайки и подписывайтесь. И желательно еще пишите офигенные комменты, я их все прочитаю завтра. И следующим роликом я дам всем благодарностям, которые мне, так сказать, помогли в моем продвижении канала. Поэтому начинаем. Привет, ребят, привет. Здесь кого-нибудь микро есть? Что он может?
палевно было. Ребят, я вам доверяю. Ребят, я вам доверяю, палевно было. Нет. Если палевно, то пофиг. Впереди это не является матом. Не является. Напишите в комменты, это был вопросик для преданных подписчиков. Честно, честно. Хотя у кого из вас любимые, любименькие, красивенькие подписчики. Я вас люблю больше, чем себя. Игры честные, в скобочках. Нет? А вы так умеете? Если да, то подпишитесь, если нет, то... Что ж подпишитесь? Мои дорогие. Считаем. У вас читер Ант. Пикачу. Пикачу. У вас читер Ант. Ант. Или Ант. Кикайте его. Спецназовец у вас читер Ант. Секунду, ребята. Это, кстати, тоже одна новенькая команда на вот такую вот штуку. Она у вас появляется, поэтому... Если сто команды, я вам скажу, это считает от самих разработчиков Стима. Поэтому за такой, думаю, нужно подписаться. Вот когда мне наберется первые 10 тысяч подписчиков, тогда я его уже эту команду, поэтому... Давайте набираете, получаете команду. И начинаете дать подписку. Let's shut up. Bad point.
Да, ох, читание. Ребят, на этом мой ролик заканчивается. Всем пока!